Новый рекорд – 144 миллиона долларов за 3 часа. Как сообщает информационный портал Cointelegraph, компания Bancor провела свое ICO 12 июня и собрала рекордные 144 миллиона долларов. Проект Bancor – это платформа, основанная на эфириуме и предназначенная для децентрализованного обмена криптотокенов стандарта ERC-20. Из-за вредоносных атак продажа токенов была продлена и продолжалась 3 часа. Несмотря на некоторые трудности, команда проекта успешно достигла финансовой цели ICO, хотя и не все участники остались довольны. We'll be right back.